года побежали дальше, и вот пришел этот самый 90-летний год, прошлый, 2008 год, и праздновать этот юбилей начали задолго до него, и было почему. Я начал его отмечать в марте, хотя он родился в октябре, как известно. Но в марте прошлого года в Академгородке в Новосибирске состоялось открытие клуба «Интеграл». Ровно 8 марта, день в день, 40 лет тому назад, в 68 году, состоялся фестиваль бардов в Академгороде, где выступил Галич с песней «Памяти Пастернака», на которую поднялся весь зал, а на следующий день поднялось начальство и устроило страшный идеологический скандал, и клуб был закрыт. И началась опала Галича. Вот. И вот через 40 лет некоторые ученые, как это часто бывает сейчас на Руси, поменяли науку на бизнес, но остались верны юности, своим привязанностям, воспоминаниям, и они построили трехэтажный клуб «Интеграл». И его открыли как раз 8 марта прошлого года. И таким образом начался предюбилейный период галического юбилея. И я не выдержал. И, да, на это открытие приехали те, кто тогда участвовал в этом фестивале. Ну, не все, разумеется, но трое ветеранов прибыли. Сережа Чесноков, Володя Бережков и Юра Кукин были на этом открытии. И приехал, конечно, бывший президент «Интеграла» Толя Бурштейн, ныне славный житель города Реховод в стране Израиль. Вот. Это был замечательный праздник. И вот в течение этого праздника я сочинил песню, посвященную 90-летию Галича. И как песня на прощание была написана как бы от его имени, так и я поступил и на этот раз. Очень понравилось, мне сразу в голову пришла первая строчка, которая до сих пор мне нравится больше других. Но с нее сразу все и поехало. Не слагал я трех гимнов Отечеству, но свободе его послужил. Так что мне, управляющий вечностью, прокатиться в Москву разрешил. На мое 90-летие вот подарок мне вышел какой, и помчался буквально как ветер я, и примчался в свой город родной. Но гляжу, он какой-то двоюродный, ни на вы не могу, ни на ты. В лихорадке сегодняшней муторной до чего исказились черты. Разноряжено, разнорумянино, хохоча, топоча, матерясь. Ай, Москва, разгулялась, барыня, до заморских обнов дорвалась. Всю округу заляпала лейблами, и наушником ухо заткнув, дикой помесью рока с молебнами услаждает свой девственный слух. И кошерное жрет, и скромное, и дубняк из горла, и коньяк. То над кошкой рыдает бездомною, то гоняет бомжей, как собак. И, делясь сокровенными тайнами, вам покажет вдали от людей Николашу второго со Сталиным в медальоне промежду грудей. И включит она гум многоярусный, и почешет она по торгам, и зажжется в глазах ее яростный и немеркнущий чистоган. Ну, привет, говорю, принимай меня, все же вроде, говорю, не чужой. Ух ты, блин, говорит, я вся внимание. О, не узнала, прости, дорогой. Позвонил бы, уж мы б тебя встретили. Ты по делу сюда или так? У меня...
меня 90-летие, говорю. Все ж я Гальч, говорю, как-никак. А, как же, помним, мадам Парамонова, да? Эти вот эти, как их там, облака. Может, есть у тебя чего нового? Да пока не скудеет рука. Есть баллада про новых ЗК, есть канкан ветеранов ЧК, есть про Путина пара стишков, есть комедия «Вас вызывает Лужков». А она мне, любименький бард ты мой, разгребатель родного дерьма. Значит, даже могила горбатому не сумела исправить горба. Я б дала тебе, Сашенька, выступить, но не вижу для этого мест. Все б он занял Каспаров под диспуты, да Лимонов с Гайдаром под съезд. Не обнять, не принять, не пригреть тебя, аж мне стыдно самой от себя. Ты давай, приезжай на столетие, я на подступах встречу тебя.